«Если, оказавшись в Москве, вы прогуляетесь по Новодевичьему кладбищу и дойдете до участка номер 10, то заметите бронзовую фигуру мужчины. Он сидит на скамейке, нога на ногу, и в его позе столько жизни, что кажется, что вот-вот он стряхнет пепел сигареты и поделится с вами всей своей историей жизни». «Ну что?» — непременно скажет он. Думаешь, я хотел умирать? Конечно нет. Никто не хочет. Но жизнь сама расставляет все по своим местам. Он слегка прищурит глаза, посмотрит вдаль и наверняка вспомнит всю свою жизнь, начиная с юности. Сегодня, 9 октября, исполнилось бы 90 лет великому русскому актеру Евгению Евстигнееву. Или Евсигению как его называли благодарные зрители и коллеги по театру. Он действительно был гениальным актером от природы. Ведь недаром его коллега Валентин Гафт посвятил ему всего лишь на всего четыре строчки в своей эпиграмме. Но в этих четырех строчках, пожалуй, весь смысл. Тебя глядеть всегда приятно, смешно, тоскливо и понятно. Раз пчела в теплый день весной Свой пчелиный покинув рой Полетела цветы искать И нектар собирать А внизу по траве густой За ней гусеница с доской Все ползет, устремив свой взор На пчелу и простор и от страсти сгорая она со слезами сказала, Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь. И вздыхая все, ох, я, то ли гусеница в слезах, А над нею жужжит пчела, как всегда весела. Любимец публики Евгений Александрович Истегнеев родился в глубокой провинции под Нижним Новгородом в селе Володарское. В рабочей семье его отец был на 20 лет старше матери. Оба работали на заводе. Отец Александр Михайлович был металлистом, мать Мария Ивановна фрезеровщицей. Когда Жене было 6 лет, отец внезапно скончался. Мать повторно вышла замуж. Но и отчим умер, когда и Стегнееву только-только исполнилось 17 лет. До войны Женя успел окончить семилетку и в 41-м пошел работать электромонтером. Потом год проучился в дизелестроительном техникуме, но после смерти отчиму пришлось идти зарабатывать. Четыре года он слесарил на заводе, занимался в самодеятельности, играл в джазе. О театре, может быть, и думал, но мама очень боялась театра. Имела место семейная история, которая, кстати, ее очень сильно пугала. У Жени был старший сводный брат по отцу, комик в провинциальном театре. Он умер очень рано, и поэтому мать страшно боялась наклонностей молодого Женьки, который грезил театральным искусством. И дело в том, что для нее это вообще было табу за семью печатями. Она полагала, что мир искусства, в частности театр, это мир разврата. И что все актеры, конечно, как один кончают плохо. Женька действительно увлекался самодеятельностью с молодых лет. Он прекрасно играл сразу на нескольких музыкальных инструментах. Великолепно владел гитарой. Прекрасно играл на ударных инструментах. И даже поружал окружающих своей фирменной игрой на вилках. Он выступал в разных местах. И вот однажды на сцене кинотеатра, где выступал его так называемый джаз-бенд, на него специально пришел посмотреть директор местного театрального училища, который узнал от коллег-актеров, что в джазовом оркестре появился паренек, который вытворяет нечто невообразимое, заслоняя своей фигурой практически всех остальных музыкантов. И то, что он увидел, это было просто фантастика. Кстати, своей игрой на ударных инструментах Евгений Стегнев и в будущем будет всегда поражать окружающих. От того, что он вытворял, невозможно было оторваться. Кто вы? – спросил удивленный и слегка обескураженный директор театрального училища. «Женя? Женя Евстигнеев». Буквально через два дня Евстигнеев был зачислен в театральное училище без всяких экзаменов и даже несмотря на свое неполное среднее образование. В 1944 году Евстигнеев поступил в студию при драматическом театре имени Горького. Но мама Евгения приняла все меры, чтобы сорвать его планы. Она пришла на прием к начальнику кадров и упросила его не отдавать сыну документы. И тот пошел навстречу матери. Шла война. Завод не отпустил Евгения, и тот не смог начать учебу. Но и Стегнеев не расстался со своей мечтой. Уже через три года он все-таки был зачислен в театральную студию. Потом, по распределению, он еще три года отработал во Владимирском областном театре. Там он снискал огромный успех и уважение у театральной зрительской аудитории. Он неожиданно для себя открыл в себе талант настоящего комика. Зрители так бурно реагировали на каждое выступление Естегнеева, что после спектакля у администрации появлялись огромные проблемы. Дело в том, что детвора на утренних спектаклях просто писались от смеха на кресло дети. Вы хозяева лагеря. Вы. От вас что требуется, друзья мои? Однако, несмотря на такой теплый прием, сам актер все-таки чувствовал, что ему не хватает образования. Чтобы не зацикливаться на амплуа комика, актер снова решил учиться. Он поехал в Москву и на вступительном экзамене в школу-студию МХАТ трагическим тоном начал читать «Шекспир. Монолог Брута. Римляне. Сограждане. Друзья». И через паузу, извините, ради бога, я забыл текст, но, тем не менее, Стегнеев был принят сразу на третий курс, где оказался самым старшим. К моменту поступления ему было уже 28 лет. «Есть мнение» что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... ну, это, это не важно. И естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. С ним на одном курсе учились блестящие коллеги – Казаков, Басилашвили, Доронина и Галина Волчик, которая, кстати, впоследствии стала его женой. Галина Волчик потом вспоминала, вдруг среди нас на лестничной площадке встал до дикости странный парень. Стоял он очень прямо по третьей балетной позиции, руки висели по бокам, одна чуть согнута, мизинец левой руки с ногтем был оттопырен, а из-под брюк виднелись желтые модельные ботинки с узором из дырочек. Голова была без пышной шевелюры, на правой руке висел плащ, именуемый мантель, и время от времени, кидая в урну свой согнутый беломор и, видя проходящую мимо какую-нибудь студентку, он как бы прочищал глотку, как это делают певцы, и говорил «Розочка, здрасте!» Он намеренно так делал, он пропускал все остальные буквы и выделял именно «С». Почему? Да потому что молодому Евстигнееву казалось, что именно так должен вести себя и разговаривать в обществе настоящий светский лев и будущий столичный актер. Брак Евгении Евстигнеевой и Галины Волчек вызвал неоднозначную реакцию окружающих. Галина Волчек вспоминала, «Вдруг в моей жизни появился великовозрастный выпускник школы-студии «МХАТ», старше меня на 7 лет – и деревенского происхождения. Он разговаривал так, что некоторые обороты его речи можно было понять только с помощью специального словаря. Например, «метенный пол» – в его понимании пол, который подмели. «Беленый суп» – суп со сметаной, а «духовое мыло» – мыло туалетное. Внешне он выглядел тоже странно. Лысый, с длинным ногтем на мизинце – одет в бастоновый костюм лилового цвета на вырос. Таким же не имелся в дом своей избранницы. Поначалу отец находился в жутком смятении. Он поддался влиянию няни Галины Волчек, которая, увидев из вот так и сказала ему в лоб. «И не стыдно тебе лысым ходить? Хоть бы шапчонку какую натянул ради приличия». Галина живела себя по-юношески. Она радовалась своему внутреннему протесту против родительского стереотипного мышления. Ей двигал не только протест. Она хотела быть рядом с Женей еще и потому, что испытывала к нему целый комплекс чувств. Ее привлекала в нем внутренняя незащищенность. Она испытывала в некотором роде что-то материнское, потому что Женя был оторван от родительского дома. Он был оторван от мамы, которую любил, но которая в силу обстоятельств дала ему только то, что могла дать. А Женин интеллектуальный и духовный потенциал был гораздо богаче. И самым важным было для нее то, что Волчик сразу увидела в нем большого артиста, а потому личность. Несмотря на все разговоры, они все-таки поженились. Это был очень сложный психологический период в их отношениях, поскольку приходилось жить под одной крышей с отцом, Галины Волчки, его новой женой и няней. И в какой-то момент все-таки ситуация вышла из-под контроля, и отношения накалились до предела. И Волчек со свойственной ей максимализмом заявила, все, хватит, мы будем жить отдельно и уходим. И они ушли практически на улицу. Какое-то время влюбленным приходилось ночевать даже на вокзале. Они восемь раз переезжали, потому что снимали то одну, то другую комнату, пока не получили отдельную однокомнатную квартиру. Из-за такой бездомной жизни у них не было ни мебели, ни денег. В 1961 году у волчика Сигнеева родился сын Денис. Евгений Александрович был счастлив до безумия. Он души не чаял в новорожденном и даже иногда плакал от радости, когда купал у младенца. Дело в том, что все складывалось достаточно удачно первые три года их совместной жизни, но через три года Волчик случайно узнала о романе на стороне. Дело в том, что Евстигнеев загулял с актрисой театра «Современник» Лилией Журкиной. И вот когда «Современник» был на гастролях в Саратове, Волчик вызвала Журкину и сказала, все, хватит, вам больше не стоит прятаться ни от кого. Я отпускаю его. По воспоминаниям самой Лили Журкиной, увидев впервые Естегнеева на сцене, она подумала: Господи, какой же старый и страшный мужик. Но и Устигнеев начал за ней ухаживать, и она уступила. Несмотря на разницу в возрасте 11 лет, она просто не смогла устоять перед его неслыханным обаянием и настойчивостью. Вскоре у Естегнеева и Журкиной родилась дочь. Маша. В начале Евгений Александрович и Лилия Дмитриевна жили, что называется, душа в душу. Но постепенно их отношения стали меняться. Дело в том, что Журкина снималась в тот период времени крайне редко, в незначительных эпизодах и, как правило, вместе со своим супругом. И она страшно комплексовала и страшно переживала свою невостребованность. В результате скандалы, громкие обвинения в своей невостребности, и почему-то она винила все время Естигнеева. В конечном итоге Естигнеев стал пропадать. Он зачастую не приходил ночевать домой, мотивируя это тем, что у него много работы, что он много снимается и играет на театре. Когда Евгений Александрович надолго уезжал из дома, жена хотела только одного – забыться. Она покупала водку и пила ее в одиночестве – Постепенно Лили утратила шарм и превратилась в завистливую, вечно раздраженную женщину. Ее бесила фантастическая слава Истегнеева. В компаниях все улыбались и радовались только ему, а не ей. В отмеску Лиля часто подкалывала и даже оскорбляла мужа. Тот терпеливо все сносил, старался не замечать ее извительных шуток. Но стена отчуждения постепенно нарастала. Лиля была очень больным человеком. У нее была страшная аллергия, которая впоследствии переросла в псориаз. В 80-х годах ей поставили диагноз жуткий остеохондроз с мучительными болями. Она пристрастилась к алкоголю и глушила водку каждый день для того, чтобы каким-то образом снять напряжение и снять боль. Все это, конечно, видимо, истигнеев Она таяла буквально на глазах. Она неоднократно пыталась свести счеты с жизнью, но, слава Богу, все время рядом оказывался Евстигнеев. Евстигнеев пытался лечить жену. Он перевозил ее из одной больницы в другую, прибегал к помощи экстрасенсов, но это не давало никаких положительных результатов. Вообще, 80-е годы были очень сложным периодом в жизни актера. В декабре 80-го у Евстигнеева случился инфаркт. В 84-м Умерла его мать, а в августе 86-го, в возрасте всего лишь 48 лет, умирает Лиля. И как реакция на все эти беды, второй инфаркт. В 1988 году Естегнеев попросил у своего друга Олега Ефремова, на тот период времени руководителя МХАТа, взять непродолжительный отпуск, немного отдохнуть. На что Ефремов сказал, слушай, старик, у нас тут вообще производство. Если ты устал, так ладно, иди на пенсию, отдыхай. Евгений Александрович очень сильно обиделся. Он обиделся до такой степени, что даже впоследствии не смог простить Ефремова за эти слова. Он ушел из театра, приходил доигрывать только те спектакли, в которых он уже был задействован, и целиком и полностью переключился на кино. За семь лет он снялся в 24 фильмах. Евстигней всегда жил на полную катушку. Он никогда не был трезвенником. Каждый день выпивал по рюмочке коньяка, и эта рюмочка не была в ущерб работе. Просто он становился очень обаятельным. И в этом настроении очень нравился женщинам. А главное, женщины нравились ему. Давай выпьем вдвоем на их шуту. Он вообще был эстетом по жизни и всегда любил очень красивые вещи. Любил красивые дорогие костюмы, дорогой парфюм, дорогие сигареты. И он был всегда бодрячком. Даже после двух перенесенных инфарктов, после тяжелейших ночных съемок, мог с двумя молодыми девицами сразу под ручку уехать в машине в неизвестном направлении. «Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Зараза!» На склоне лет Евгений Александрович снова влюбился. Ирина Цивина была студенткой актерского факультета школы-студии МХАТ, а он был ее педагогом. Естигнеева не испугала разницы в 35 лет. Над их романом потешались все – Театральная тушевка была уверена, что шустрая второкурсница просто хочет использовать знаменитого актера, чтобы сделать себе карьеру, а тот, в свою очередь, польстился на ее молодость. Ты с ума сошел, не стесняясь, говорили Евгению к приятели Она же настает тебе рога! Евгений Исанович злился, потом пил сердечные капли и снова бежал на свидание к своему белокурому ангелу Ирочке, как он ее часто называл. Несмотря на разговоры и пересуды, через год они все-таки поженились. И Стегниев сиял от счастья. Он даже внешне как-то преобразился. Стал носить дорогие модные костюмы, дорогие свитера. И Цивина забеременела от него. Правда, беременность была неудачной, у нее случился выкидыш. Акаша была в жуткой депрессии. И Стегниев прервал все свои киносъемки, и приехал, чтобы утешить свою молодую супругу. Он сказал ей буквально следующее. Не переживай, у тебя обязательно еще будет ребенок, у тебя будет сын, правда не от меня, а от другого мужчины. Ты будешь с ним счастлива и уедешь с ним в другую страну. У меня только к тебе одна просьба. Когда родишь сына, назови его обязательно Женькой. Они практически не расставались никогда. А если все-таки приходилось, то безумно скучали. Они могли звонить друг другу по сто раз на день. Боже мой, за что ты послал мне такое чудо? восклицал актер. Но его больное старое сердце шептало. Дни твои сочтены. Чтобы обхитрить судьбу, Евстигнеев решился на операцию в лондонской больнице. 1 марта 1992 года Евстигнеев отыграл свой очередной спектакль, а уже второго рано утром вместе с Цивиной они улетели в Лондон, где ему должны были делать операцию на сердце один знакомый поведал Евстигнееву, что сделал себе похожую операцию в той же самой лондонской клинике, куда прилетел Истигнеев. Он сказал, старик, ты не поверишь, на четвертый день после операции я уже бегал по лестнице и пил коньяк. И это очень вдохновило Истигнеева. В клинике ему сделали небольшое обследование коронарографию. Чувствовал он себя хорошо и даже попросил поесть. Но тут вошли английский врач, и врач-переводчик из российского посольства. Англичанин взял бумагу и начал на ней рисовать, а российский посольский врач переводить. Англичанин сказал, завтра мы будем делать вам операцию, и мы всегда ставим в курс о последствиях своих пациентов. Он нарисовал на бумаге сердце Евгения Александровича и нарисовал четыре сосуда. И сказал при этом, вот посмотрите, три из них забиты полностью четвертый работает всего лишь навсего на 10 процентов в любом случае я хочу чтобы вы знали сделаем мы вам операцию или не будем делать в любом случае вы умрете эти слова оказались решающими воображение артиста заставило его проиграть свою смерть экран на который поступала кардиограмма показал прямую линию за те четыре часа, что длилась операция, к Ирине несколько раз подходил посольский врач. Он сообщал, он умирает. Нет, нет, он жив. Она уже не знала, надеется ей или нет. Потом он вышел из операционной и сказал, операция прошла успешно, но ваш муж умирает. Нужна срочно пересадка сердца. Ну так сделайте хоть что-нибудь, взбеленилась Цивина. Нет, это невозможно, ответил врач, поскольку все подобные правила описываются заранее в контракте. Мы ничего не можем поделать. Мы просто-напросто отключили вашего мужа от аппарата естественного дыхания. Вот так великий русский актер ушел по-английски, не попрощавшись. Это случилось 4 марта 1992 года. Ты телевизор смотрел? Нет. Только что сообщили, что я скончался. А вы что, член правительства, что ли, чтобы вас сообщали? Я тебе клянусь, объявили, что я умер. Ты представляешь? А что, может быть? Как может быть? Ты что? А так. Вы же восстанавливали не прогаз. Рыли каракума, Возводили МГУ. Вот подорвались и умерли. Что тут удивительно? Больница вернула оставшиеся от операции деньги. На них был заказан и куплен роскошный гроб из красного дерева. Кто-то из посольских обронил нечаянно фразу. Для чего же роскошный гроб? В таком можно перевести сразу пять тел. Он вам не тело, крикнула Цивина. Он великий русский артист. Пророчество из Тегниева сбылось. Через год после его смерти Ирина Цивина вышла замуж, родила сына Женьку и уехала с семьей в Соединенные Штаты Америки. На поминках актера его близкие друзья вспоминали всю его жизнь. Все самые забавные истории, которые были связаны с с великим Евгением Евстигнеевым, с его хохмами, с его розыгрышами. Ну, что актер не мог прожить ни одного дня, чтобы кого-то не разыграть, в том числе и по телефону. Женю не узнаешь? Странно. А жена тоже спит? А, значит, она пришла уже. Ну, понятно. А во сколько она сегодня явилась? Да подожди то не шуми. Ну и правильно, что не узнаешь. Может, даже к лучшему. Так во сколько она сегодня пришла? А, в шесть. А работает до пяти. А если бы ты узнал, что она ушла сегодня в полдень и уже на службу больше не возвращалась, что ты на это скажешь? Ну, опять, кто звонит? Мы что, будем выяснять, кто звонит? Или ты будешь слушать, эм, чем занималась твоя жена с часу до шести? Будем слушать? Ну и правильно. Вот это мужской разговор. Твоя жена была у меня. Как чем заниматься? А что ты не знаешь, чем занимаются нормальные люди в рабочее время? Подписывали накладные. А его знаменитые оговорки на сцене О, это классика, это особый вид искусства. Достаточно вспомнить театральную постановку Большевики Шатрина, где Герой Стегнеева выходил только что из комнаты раненого Ленина и нечаянно обронил фразу. Вместо того, чтобы сказать «У Ленина лоб желтый», Евстигнеев промолвил «У Ленина жоп желтый». Все. Актеры просто полегли со смеху на сцене, дали занавес, спектакля больше не было. Вспоминали, конечно, и то, что он был фанатом Спартака. На стадионе во время футбольных матчей он кричал, свистел, топал ногами, вел себя просто как ребенок. Он обожал автомобили и гордился своим стареньким Мерседесом. Была у него и другая страсть. Джаз. Вы все знаете, как мало у меня слабостей. Одна из них джаз. Я люблю джаз. Я благодарен джазу. Я полюбил его в Чикаго на концертах Льюиса Митчелла в 1908 году. Как он играл? Что творилось в зале? Публика забывала обо всем на свете. Но больше всего, конечно же, запомнилась доброта и сердечность Евгения Александровича. Ведь недаром Гафт сказал о нем, как о Богом данном человеке. Он никогда не понимал коллег, вещавших с высоких трибун о том, как надо жить. Он просто всегда говорил, всех нас рассудит Бог. Он же все видит. Это была мудрость особого свойства. Простая и в то же время недосягаемая, как солнце. It's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this.